Что значит слова «до ревности любит дух, живущий в нас»? Спрашивает некто под ником «Сова». «Христос воскресе», пишет в начале. «Воистину воскресе, спасибо Боже, дорогой человек», не знаю, какого ты пола и возраста. Эти слова из послания апостола Якова, насколько я помню. «До ревности любит дух, живущий в нас», имеется в виду, это некий парафраз слов, которые Господь говорит через Исаию. Говорит: «Славы моей никому не дам». То есть «я Господь», говорит Бог наш. То есть «я своей славы никому не отдам». То есть ты скажешь там: «А кто мир создал?» Ну, не знаю, там, может быть, Мардук какой-нибудь, восточноафриканский какой-нибудь там божок, там, или какой-нибудь там, не знаю, там. Ну, кто хочет. Нет, я создал мир, говорит Господь, это моя слава. То есть, что почки распускаются, взрываются, то, что листья, значит, на деревьях распускаются, то, что вообще вода течет, то, что солнце встает, это моя слава. То есть, это я славы своей бесам не отдам. Это не дьявол сделал. Это не бесы сделали, те рогатые черти всякие. Это не они, это Господь создал. И также касается всего остального. Господь говорит, то есть, меня прославьте, то есть, и не меня не меняйте ни с кем. То есть, я хочу, чтобы вы меня любили, и больше никого, кроме меня. То есть, любите меня, и все, и я вам все дам. То есть, все будет у вас. Меня только любите. То есть не делите меня с кем-то. То есть не живите шведской семьей. Так, чтобы и Богу, и дьяволу, там, и на всякий случай там, какому-нибудь там бездушному идолу, там, и тому, и тому, и тому, и тому, всем по чуть-чуть. Такой: нет, так нельзя. То есть я ревную. Ревность – это как вот сильна, как преисподняя любовь. Преисподняя. То есть как она и лютая, как ад, ревность. Она говорит: положи меня как перстень на руку твою. То есть положи мне на сердце твое, то есть я с тобой, я люблю тебя. То есть попробуйте делить свою невесту с кем-то. Да вы еще смеете, что ли? Это как это? Не дай бог, у вас будет оружие в руках, вы будете убийцей, потому что вы любите, и вы не позволите никому там целовать, обнимать там, значит, и прочее, прочее, там, вашу избранницу. У вас есть ревность, это хорошо. И также любит Господь с ревностью. То есть я ревную, я как жених ревную вас. То есть вы невеста моя. То есть меня люби, никого больше не люби. Люби меня, все. Вот я ревную. А в ревности это страшное дело. Это медведица, лишенная детей. То есть заберите детей у медведицы. И вы узнаете, что такое Господь в гневе. Он говорит: ты мой, ты куда пошел вообще? Меня люби, мне служи. Вот это и значит, до ревности любит Бог, любит дух, живущий в нас. То есть он не хочет делиться ни с кем нами. Люблю это, люблю это, люблю... Ну, чуть-чуть люблю Бога, чуть-чуть так, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, люблю там кино, вино, домино, вкусную пищу, там, французскую музыку. Вот, чуть-чуть Бога люблю. Такой: нет, так не пойдет. Меня люби, все остальное потом добавится. Понимаете? Вот. То есть такая ревность такая. Это хорошо. Ревность – это хорошо. Я себе не представляю молодого человека, который любит девушку и спокойно смотрит на то, как она танцует с другим там, или другой там, ее там зажимает, обнимает, там, целует, там, и вот это уводит. Он говорит: да ладно, потом, утром придет. Вот Бог так не поступает. Он говорит: я вас никому не отдам, и вы меня никому не отдавайте. Вот это означает ревность Божия.